Аня Рыжакина. Как ты думаешь, у нас честный конкурс? Говорят, что да. Посмотрим. Анечка прекрасная, а у вас есть какие-то эротические фантазии? Мы не зря ждали. Не очень корректный вопрос, на самом деле. Было бы забавно, если бы Аня сейчас призналась, да, допустим, что у нее эротическая фантазия, она с ума сходит там по пилотам самолета. Я могу себе представить костюм Назарова завтра. Кстати, мне всегда нравились мужчины в форме, потому что у меня папа был военный летчик, и мне это с детства. Бинго! Сказал Назаров. Хорошо, а ты делала в своей жизни плохие поступки? Погромче, плохие пожалуйста. Плохие поступки ты делала в своей жизни? То, чего ты стыдишься вот сейчас вот. Да чего у меня такие провокационные вопросы? Я хорошая. Блин. Ну, родители обманывала, я вижу по глазам. Ты что, мама с папой будут смотреть? Они весь конкурс мониторят. Да ты говори, мы вырежем, что ты. Да, конечно, я вас знаю. Уже проходили. Нет уж. Ну, есть одно, но я не могу это рассказать. Мам, пап, простите. Короче, тут есть один маленький секрет. У меня просто большое чистое сердце. Да блин, я не буду колоться, это слишком. Ань, давай. Не, давай. Пусть это останется пока интригой. Эх, нет. И опять? Я к тебе перееду. Хорошо, ну раз ты волгоградка, ты патриот своего города? Конечно. Хорошо, ну презентуй нам Волгоград. Самое главное достоинство города – это патриотическая сторона. Потому что, у нас как-то в школе вот это очень сильно закладывалось, что нужно гордиться нашим городом, что все-таки переломный момент Великой Отечественной войны у нас произошел. А почему он был переломный, объясни? Зачем я сказала? Как раз в школе, походу, тройбанты и влепили за Сталинград. У меня по истории России было 4. Это вот потому, что меня не любила учительница. Потому что 3 пятерки в четвертях и тройбан был за Сталинградскую битву. У нас, во-первых, Сталинградская битва делилась на 2 этапа. Это оборонительный, который длился до 18 ноября 42-го. Вот, а 19 ноября началось контрнаступление. Сколько людей погибло в этой Сталинградской? Если не ошибаюсь, 1 310 000, по-моему. Аня, ресторан какой любимый? Смотря какая кухня. А я там в основном чай и максимум какой-нибудь десерт. А с кем ты любишь ходить в эти рестораны? Либо с подружками, либо с молодым человеком. И что, с молодым человеком всего лишь чай и десерт? Вы что, что у меня съест мозг, если я буду много есть. Следить за моей фигурой. Руки прочь от Ани, хватит. Все, отлично. Два Олега сказали, ты Добби свободен. На тебе носком.